«Единая Россия» успешно провела в Московской области первый образовательный модуль кадрового проекта «Политстарт». Участие в обучении приняли кандидаты предварительного голосования партии, которые только начинают свой путь в политике и политтехнологиях. В рамках образовательного модуля участники получили возможность углубленно изучить принципы и стратегии политической деятельности, а также принять участие в практических заданиях.